Так, ну, сейчас выползла змея, даже не знаю, страшно залазит, но потихонечку, не спеша. Там капец просто страшно, если там еще будет змеи, конечно, полный капец, но что, сейчас буду потихонечку залазить. Ну, давайте залазь, я передам тебе. Сейчас. Сейчас. Такая огромная дверь получается. Бронированная. Надеюсь, вам ее видно. Так, если будут, ребята, змеи, буду кричать реально. Капец, мрачно здесь, страшно. Так. Ну как там? Страшно, шеф. Сейчас одену сейчас. Самое главное, блин, чтобы змеи больше не было. Но больше всего волнует. Так. Дверь, блин, капец. Бронированная, огромная. Да, дверь толстая, видите. Так, ну что, ты заходишь? Да, приборчик тебе передавать. Сейчас, подожди. А ты с ним не зайдешь, нет? Зайду за тобой. Давай с ним заходи, чтобы у тебя было, если змея будет, чтобы ты чем-то ее хоть подприжал, понял? Что, да, если змея будет, буду прибором ее. Не, придержишь ее просто. Я покажу тебе, чтобы он не писал. Да, давай. Капец, насколько... Как пройдешь моя пуля... Давай, заходи, заходи. Страшно, да, капец, да, ребят. Да, реально, да, страхота. Смотри, вон все прямо в эфире. Онлайн. Смотри, какие постельные здесь были. Крепления. Так, вот эта железная дверь лежит. Бронированная. Бронированная. Очень бронированная, да. Отсюда. Угу. Заходи, нормально видно? Да, нормально. Вот здесь еще шахты вентиляционные. Вот здесь проходить, как там вообще? Нормально, заходим. Дальше. Страшно, ребят, конечно, капец. Внутри. Посмотрите, какой бункер. Да, ребят, тут реально наркота, страшно. Капец просто. Наркота, да? Страшно просто, шеф. Реально, реально страшно. Так вам честно скажу. Вот такие перекрытия. Тут получается такой броневход, он закрывался. Ага. Дальше видно. Сейчас я тебе пропущу. Иди дальше сам. Да я за приборчиком мотаюсь. Сейчас, где прибор? Да вот сейчас я его немножко на выходе ставил. Аккуратно там не ударься, самое главное. И в листьях там потихоньку сильно не шуруди, потому что там могут быть еще змеи. Ага. Да, ребят, смотри, сейчас он забыл. Так, приборчик. Сейчас. Вот, сейчас. Так. Так, ребята, это настоящая сенсация. Так, ты снимаешь, да? Да, да. Ребята, это сюда проходи поближе. Капец, страшно. Вот вход, получается, дойдет наверх. Да, я вам скажу, это вам... Даже не знаю, Мишу будут трусы заправлять. Вам показать. Такое видео снимать. Реально страшновато. Сейчас. Конечно, очень тесно. Тесно, да страшно, ребят, гадюки, змеи. Капец. Так, сейчас... Сейчас будем включаться и покажи здесь полностью крепление остались. Покажи сюда. Давай, сейчас могу, да, сейчас. Сейчас. Это я держу, мне очень удобно. Отсюда проходи дальше. Угу. Там с краю не сиди. Вот, смотри. Вот они, крепежи. Ух ты. Видно, да? Да, вижу, это да, чего? Смотрите. Ну, я не хочу это, что YouTube может забанить, я бы сказал, чего. Сюда вставлялись, понял? Понял. Так вот это вот такая стена здесь. Да, стена, значит, так. Сейчас будем туда дальше перебираться. Может, прозвоним здесь немножечко? Сейчас, подожди, поставлю паузу, возьму. Давай. Так, ну что? Включаемся. Надо бы прозвонить здесь. Так. Посмотри, что к чему. Так, есть. Проехали. Так. Тут какой-то сигнальчик идет, но слабый. Так. Опа. Опа, что-то есть. Есть. Так, ну что, давай потихонечку. Опа. Так, сейчас прибор сюда пока здесь поставлю. Я даже не знаю, ты как-то подойдешь или как. Да я, может, здесь немножко посижу. А тебе будет удобно тут снимать? Да, мне удобно, отлично. А подсветка тебе не нужна? Вот. Нужна подсветка, нет? Нет, у меня же фонарик на камере. Что-то зацепил. Камни потом... какие-то. Камни идут. Какой-то кусок железа. Шеф, есть, не чушь себе, быстрее, подходи. Вижу. Ребят. Только не кричи, не кричи. Ребят, капец, сейчас. Тихо так. Что это?
Золото. О, а там еще есть. Где? Вот. Сейчас. Бриллиантовые сережки какие-то. Сейчас. Я не помню. Сейчас. Сейчас. Ох, ничего еще себе. Фух, ребят. Золото. Золото. Фух, вот это да. Сейчас, подожди, как. Сейчас надо расчищать лопаты. А все блин инструменты ставили там, в этом. Да, да, нужно потянуть просто потихонечку. Сейчас, да я буду расчищать, подожди, сейчас. Сейчас, так, сюда, фонарик в сторону. Тебе нормально видно? Да, мне отлично. Сейчас, дай 200 секунд передых, я начинаю расчищать, у меня тут есть. Сейчас. Ты подсвечиваешь нормально? Да, 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 отличненько все видно. Вот это на раз. Угу. Капец просто, глянь, видно? Отлично. Вот это да. Вот это фартануло, слышишь? Супер вообще. Сейчас. Ну что, будем выходить душно. Дышать даже нечем. Забирай, это да, залипай, блин, потихоньку. Сейчас. Тебе видно? Да, мне отлично. Сейчас, ребят, ну что. Это канал по складу из Лота Твиглина. Сейчас фашистский. Я на позу, потому что неудобно. Я возьму прибор. У меня просто нога уже затекла. Сейчас, давай, фашистский бункер, такой схрон. Сейчас, ну что, прям дальше. Сейчас забираем. Бриллианты. Золото. Давай я вынесу лопату. Сейчас. Сейчас бери что-нибудь, сейчас я покажу. А этот. Дай мне фонарик сейчас. Здесь фонарик, сейчас. Я выхожу. Сейчас что ты возьмешь? Я лопату взял. Да, сейчас покажу. Реально страшный. Туда глаз, наверное, туда даже не лезу. Страшно. Броня огромной толщины. Просто даже не верится. Ступеньки срезаны. Так, вылазим отсюда, потому что здесь гадюки. Змеи. Страшно, реально. Так, забираем. Забираем артефакты. Капец. Такое золото даже не верится. И потихонечку, сейчас не спеша, будем выходить отсюда. Точнее, вылазить, я бы так даже сказал. Так. Огромные бронированные двери. Даже не верится, что такие артефакты еще можно обнаруживать. Так, потихоньку выходим. Страшно. Настоящая непридуманная сенсация от канала Пускоклада из Золота Твиклина. Это даже сложно поверить, что такое. Сейчас, сейчас, такое золото и бриллианты сейчас покажу здесь. Такое золото и бриллианты возможно найти. Просто потихонечку вылажу отсюда. Страшно. Возьми, не было так. Так. Вроде нет. Да. Так, ты забрал? Да, забрал, забрал. Давай. Фу, что, осторожничка, от змеи отойдем. Фу, я сам вылез. Я не знаю, как там так душно вообще. Ребят, там вообще дышать нечем. Я не знаю, как там люди вообще дышали. Сейчас смотрим. Сюда. Это выключаю, сейчас выключаю. Фонари. Фу. Так. Сейчас фонарь тут тоже верхний выключаю. Посмотри, включил его, нет, верхний свой фонарь? Да, нет, еще включены. Еще только это значит, что я отключил. Ага. Сейчас. Фух, ребят, настоящий, ну-ка сейчас. Отключил? Включены. А так? Включены. Так. Мигает. Так. Выключены. Так, ребят, ну что, выползли с этого змеиного логова. Фух, даже не верится. Находки стали настоящей сенсацией. Сейчас будем вам рассказывать, показывать. Даже не верится, что можно обнаружить такие артефакты. Наша команда в пускоклада из Золота Твиклинга обнаружила очередные сокровища в этом логове. Реально было страшно. Я когда заходил, выползла большая змея. Значит, сейчас немножечко передыху. Даже не верится. Выкопали все-таки, нашли в лесу. Думали, что не найдем это логово. Но удалось обнаружить. Ну, как вы знаете, даже я понимаю, что вы скажете: ого, ничего ж себе. Да, три артефакта. Так. Сейчас достали, сейчас буду на лопату выкладывать. Да, отличненько. Находки на самом деле сенсационные. Даже не верится, что такие сокровища, крупные бриллианты, золото можно сейчас еще обнаруживать. Но, как вы видите, команда в пускоклада из Золота от Викинга делает такие сенсационные находки, артефакты. Было рискованно, конечно, змеи могли покусать, и наверху могли быть
змеи, но риск — это такое благородное дело, поэтому удалось залезть, удалось обнаружить. Сейчас покажем вам, там интересные есть аспекты этого бункера. Ну, в общем, одним словом, это настоящая непридуманная сенсация от канала поиска клада и золота от Викринга. Что самое интересное, это то, что мы сейчас снимаем, вы знаете, очень крутой сериал, называется «Короли кладов». Это настоящая сенсация, это наши поиски, которые мы для вас делаем. Огромный крутой сериал с приключениями, с непридуманными артефактами, как сегодняшние поиски сокровищ, которые стали настоящей непридуманной сенсацией. Мы дальше, понятное дело, будем продолжать двигаться дальше в этом же направлении, смотреть, исследовать страшные места, где и фашистский генерал, и не только он, прятали свои несметные сокровища. Сегодня, как вы видели, когда мы туда начали опускаться, в этот нетронутый фашистский бункер, я даже не поверил, что возможно обнаруживать такие артефакты. Огромная, как вы видите, бронированная дверь, как стояла, так и стоит. Такие артефакты, когда говорят, что нет, невозможно, все уже разграблено, артефактов уже нет. Как вы видите сами, все есть, нужно всего лишь навсего идти, искать, обнаруживать все эти несметные сокровища, не стесняться их показывать. Наш канал для этого и создан, чтобы показывать все эти великолепнейшие артефакты, все эти сокровища, которые мы обнаруживаем. Когда сейчас мы достали это, я не знаю, как его правильно назвать, ожерелье, даже не поверилось, что такие артефакты существуют, что их можно находить. Крупные бриллианты сейчас тоже буду показывать, рассказывать вам про них. Это супер крутые сенсации, которые наша команда в поисках клада и золота от Викринга обнаружила в этом страшном, наполненном змеями, фашистском нетронутом бункере. Очередная экспедиция увенчалась супер крутым успехом. Золото и бриллианты, как вы видите, просто восхищают. Сейчас будем дальше работать. Сейчас дальше вам покажу эти артефакты. Ни в коем случае не переключайтесь. Приключения только начинаются. Жажда приключений реально неутолима. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем классные комментарии. Пятый день экспедиции. Реально тяжело. Подустали. Но ничего, сейчас вам покажем. Включимся еще новые сенсационные артефакты, которые нами здесь были обнаружены. Давайте погнали. Ну вот смотрите, то, что я хотел вам показать. Я рассказывать про это не могу, могу только показывать. Раз, два, потом мелкие, три. Там еще с другой стороны есть крупный. Ну, в общем, это настоящая вот такая крутая сенсация. Схрон реально оказался нетронутым. И здесь тоже, смотрите, видите, пробило. Это тоже возле этой амбразуры тоже. Такие настоящие непридуманные сенсации от нашей команды поисковиков. Вот оно. Блестит. Переливается. Даже не верится, что такие суперсенсации можно еще обнаруживать. Но команда в поисках клада и золота от Викринга, как вы знаете, продолжает делать вот такие сенсационные находить артефакты.